Спасибо. Сейчас мы бы хотели спеть, наверное, нашу самую любимую песню, да? Вот, а я еще перед этим хочу сказать, а вот музыка позволяла нам вот встретить Елену и Виталия. И то, что мы земляки, мы в Ташкенте не встретились, а здесь вот такие замечательные люди. Я не знаю, Виталий для меня как старший товарищ, он что-то показывает, значит, разрешает петь свои песни, мы их везем дальше на фестивале. Спасибо вам, вот вы очень важны в нашей жизни. Да, спасибо. Спасибо. Всем спасибо, всем вашим участникам. Спасибо. А сейчас песни, конечно же, на музыку Виталия Новикова, а стихи Веры Михайловны Абакумовой. Она библиотекарь, работает в этой библиотеке. Да, да. То есть вот как, видите, как все завязано, как мы так вот соединились. У крыши с пледом у камина, любуясь пляской огня, и память так чисто невинна уносит прошлое меня. Я погружаюсь в полудрему, сомкнув уставшие глаза. Душа летит к родному дому, дрожит застывшая слеза. Я вижу двор в кустах сирени, шумит листвою старый клён. Свет фонаря рисует тени тех, кто любим и кто влюблен. Ночная спутница, гитара, соседям спать мешает вновь. Ночью укрывшаяся пара поет про счастье, про любовь. А вот площадка и качели и детворы веселый смех. Как много в жизни мы хотели быть лучше всех, сильнее всех. Жизнь быстротечна, к сожалению, стрелою пронеслись года. И эти сладкие мгновенья не повторятся никогда. Не повторяться никогда.